«Дезертир» и сайт videogameplay.ru представляют. Давайте вот это улучшим. Ой. Особые умения. Кстати, вот кстати, максимальный запас здоровья увеличивается на 20. Да, вот это определенно надо. Эти две вещи. Они очень сильно поднимают мне хп и прочее. Сообщение от Твика. Что он там написал? Окей. Конспирологические статьи. Как узнать, что за тобой следят? Прослушивающие устройства. Кому доверять? Замешаны ли родители? А, я не хотел это публиковать. Как это удалить теперь? Да, это никак не удалить. И теперь Твик будет вечно... вечно запущенным у меня. Ладно. Так. Теперь еще нам надо к последнему человеку, которого мы еще не были. Находится он. Находится он вот тут. А ближайшее место вот тут. Отлично. Бежим. Полотенчик, чувак! Я его первый раз вижу, честно. Я что-то про него даже забыл. Чувак, полотенчика. Полотенчик рулит. Ладно, с этой девчонкой мы познакомиться не можем, потому что она хочет, чтобы у нас было там что-то больше 30 друзей, что ли. Вот, кстати, двери лучше иногда открывать. Это серьезно. Особенно здесь есть... Ну, не знаю, как дальше, конечно, может еще есть, но здесь есть три двери. Вот таких. Поэтому... Поэтому, ребят, добавляйте всех в друзей. Открывайте чужие двери. Возможно, вам повезет. Так. Так. Здесь больше все. Что, ничего нету, что ли? Все? Конец? Чатик, говоришь, на стриме завис. Я бы не сказал, что он завис, он чуть-чуть так, знаешь, подвис, видимо. You looking for Craig? Well, he can't play, he's in detention. Something about flipping off the principal. Oh no, Craig's in jail. We gotta go tell the Grand Wizard. О нет! Что же мы будем делать? Крейга нет с нами. Так, ну вот здесь тоже ничего нет, я так понял. Вообще непонятно, чей дом. Чатик у меня, кстати, отвис, вроде бы. Вроде бы. И знаете, просто приходите в чужой дом, обворовываете. Все на это спокойно смотрят, вы уходите. Это абсолютно нормально. Greetings, human. While I would prefer to explore strange worlds with you, it is illogical to abandon the bridge until the captain returns. The captain is my mom. I can't go outside when she's not home. But the Federation has an urgent mission for you. A tricorder was left behind on the frozen planet of Hoth. Only it's not a tricorder, it's my dad's iPad 2. I need you to beam down to the Omicron sector and locate that device before it falls into Klingon hands. I think it fell out of my backpack near the church. А кстати, вот этого задания я даже не делал. Я сюда не заходил. Мне просто надоело, по-моему, по домам бродить, и я решил туда не заходить. О, трусы. Ну, в туалет-то нас пустят. Ну, конечно, в туалет всегда пускают. Добрые люди. Так. Бежим. А, бежим. Сбиваем на осмотр, потому что уже, честно, напрягается все дома осматривать. Тем более я хочу быстренько пройти, а быстренько обычно не получается таким образом. Собственно, чатик у нас опять затих.
Так, чего мы ждем, говоришь? Я просто думаю. Да, чатик однозначно зависает. Причем я это четко вижу, по той причине, что... А, ну я могу просто мышкой двигать, и он отвиснет. Все окей. Да я заметил, что у меня чатик завис. На, взад. На косе выкуси. Ну давай. Черт. Побил Баттерса. Негодяй. Значит, те, кто назад, готовы отвечать на стрелы. Те, кто вперед, готовы отвечать на мечи. Давайте. Давайте будем пользоваться просто заклинанием. Защита промежности сломалась. Так. По тому парню, заодно и по соседнему. Офигеть, 102 урона. Чуваку не повезло. Ты ни хрена не счастливчик. Впрочем, как и я. Потому что у тебя 20 хп, у меня 98. Ну ладно, у меня больше хп, чем у Баттерса. Надо, кстати, его похилить. Я буду стараться постоянно следить за чатиком. Надеяться, что он не будет зависать, и все будет круто. И вообще офигенно будет все. Ладно, не важно. Так, кто у нас там? Stop dicking around. Ты это про себя? О! Что-то я так смотрю, народ даже подбежал. Это круто, это хорошо. Мне нравится, когда меня смотрит много людей. Особенно, если этим много людей еще нравится. Так, это вообще супер. Так, мы почти добили его. Защищайся! Отлично. Все, отбил 6 хп у Баттерса. Ну, если что, воскресим. Вообще, давайте ему дадим какой-нибудь большой целебный эликсир. Типа вот этого. Ты роженку срежь, Баттерс, хотя это на Вазелин похоже, ну ладно. Так. Добьем его. На! Отлично. Так, теперь Баттерс. Бей вот этого. Да! Готов. 74 урона, нихрена ж себе, ё-моё. Я вот честно не знаю, кто самый имбовый враг в игре. Без понятия. Честно. Просто я еще как бы спойлерить особо не хочу. Ну, я могу сказать, кто для меня, в принципе, стал, если вам не страшно, что я буду спойлерить. Я могу сказать, кого я не смог победить на тот момент, когда вот я на своем сейве играл. Вот, еще у меня будет к вам, ребятки, такая просьба, что я, когда дойду до определенного момента, я думаю, вы будете не против, если я все-таки сменю персонажа на своего того, потому что мне кажется, что он более имбовый, крутой, веселый и вообще. Вот. Вот такая вот тема. Собственно, мы дошли до... Так, кстати, здесь... Нет, я даже волков победил. Там еще волки есть, если в лесу, например, быть. Заходить в лес, там волки будут. Ладно, давайте смотрим видео. Ну. Well, soldiers reporting for duty, Grand Wizard. Nice work, douchebag. Now all my men are here and ready to fight for the... Wait a minute. Where's Feldspar? Where's my level 12 thief? Hey, yeah, where's Craig? He's in detention. What? He flipped off the principal! So he's in detention again! Oh my god. If they've locked away our thief in detention, we have no hope of getting back the stick of truth. We have to break him out! Ah! No way, man!
Last time we broke Craig out of detention, we all got in trouble. Getting into trouble is a risk that Douchebag is willing to take. You have to break out our thief, Douchebag. But don't worry, I will not let you go unprepared. I'm going to teach you how to use magic. Meet me at the training barracks. It's time for you to learn. Dragon Shout. Да. И это один из самых эпичных приемов в игре. Слушайте, я так смотрю, что-то у меня оружие, оно какое-то... Окей. Сабля воина, оно какое-то имбовое, по-моему. Так. Майка. Сырные подушечки восстанавливают больше. Натянем же робу инока. Насколько я помню, я там только оружие могу улучшить, и то там фигня. Ну, ладно, сейчас попробую. Так, от исцеления получаешь дополнительно 20 здоровья. Фиг с теми способностями, которые у нас были. Мне нравятся те, которые сейчас дают так, увеличение урона от оружия на 25 на оглушение цели. И вот это мы улучшим, собственно говоря, на... Нет, нельзя. Черт, черт, нельзя. А почему нельзя? А, четвертый уровень, вот почему нельзя. Так, на X и вот эту фигню. Все. Мы улучшили, теперь тошнотворный урон здесь есть. Отлично. Кстати... You fight well, douchebag. But to truly succeed in combat, you must learn to harness the power of your farts. Farting on an opponent at precisely the right time is key to battle. I shall show you how it's done, but first, you must take the gentleman's oath. You must promise to never, ever fart on anyone's balls, okay? Farting on an opponent is necessary, but farting on someone's balls is not cool. Do you understand? All right, then let's begin your training. To conjure dragon shouts, you must first clear your mind and take in a deep breath. Through your butthole. Like so. Then, let it rumble inside you, and... Dragon shout! I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Dragon shout! Now you. Ready? Dragon shout! Знаете, я просто помолчу в этот момент. Come on, you have to trap the air. It's like a fart, but in reverse. I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Dragon shout! Now you. Ready? Dragon shout! Find the frequency. Hold. Hold. My god, that was incredible. A man could live 100 years and never again witness a spell so boisterous. Could it be that the prophecies are true? Could it be that the Dragonborn has come at last in our hour of need? Now let us try your skill on a real opponent. Hey, hey, Princess Candy. Could you come here a sec? Shh, don't tell him. Okay. Just real quick, Princess Candy. Sir Douchebag wants to show you something. All right, you two. Spar! Sir Douchebag, show Princess Candy the magical powers I have taught you. Знаете, в этот момент не хватало еще крикнуть «Фусрада!» Потому что драконорожденный, по-моему, оттуда. Ну да ладно. It's hard to do when there's a chick watching, I know. Pretend she's not there. That was fucking hilarious! Dude, that was fucking awesome! Oh, okay, good job, Sir Douchebag. That was sweet. Thanks, Princess Kenny. That's all for now. Okay, but, dude, seriously, remember, don't ever do that on someone's balls, okay? Seriously. You have mastered dragon shouts. From now on, it will be easier for you. Да, это главное правило. Никогда не пердите на чужие яйца. He will assist you on your quest, douchebag. Now go get Craig while I rest and relax upon my throne. Так, ладно. How may I be of service? You name it, we'll sell it. Купим что-нибудь полезное, если здесь есть.
Офигенный молот, нуба. Прям, блин, он реально крут. Весь твой, отлично. Так. О! Нашивки для костюмов, но они нам пока велики. Велики. Как я это сказал-то, а? Молот нуба. Фиг с ним, там оставим. Возьмем молот нуба. И, кстати, на нем поставим. Да он прям офигенный стал. Хотя вот я не знаю, можно попробовать добавить вот сюда, например, было. Фиг его знает. Ладно. Кстати, в оружие тоже добавим заодно. То оно у нас слабенькое. Четвертый уровень, да, у нас пока. Пока у нас не четвертый уровень. Так, способности ничего не доступно, задание тоже, карта, все нормально. А, зачем я вышел-то? Вообще, мог бы сразу телепортироваться к школе. Где она там? Так. Craig, Craig, this is detention, okay? Stop looking at your watch because you're here for 3 hours, buddy, okay? Whatever. Now don't think your friends are gonna come bust you out this time, Craig. My name is Feldspar, and I'm a level 6 thief, and the humans will soon rescue me from this tower. No, your name is fucking Craig Tucker, and you're in detention. Now start doing your homework, okay? I've got all the doors sealed, and I've got hallway monitors working overtime. Nobody's gonna save your ass today, Craig, okay? Ну, поняли. Ладно, давайте попробуем. Я думаю, у нас будут небольшие проблемы здесь. Ну ладно, я выхожу. Я хотел выйти! Так. Смотрите, что сейчас будет. А вы это видели? Oh boy, we won! Так же теперь можно и так. I repeat, officer down. All hallway monitors to the right hallway. Oh god damn it! Here they come. They're gonna get you, Craig. You're not getting out of detention. I'll be out of here in 10 minutes. Careful, douchebag. This dungeon holds many secrets. For centuries, these halls went unmonitored. But then the evil overlord Mackie rose an army of gingers to protect his precious after-school detention. Now these minions lurk the halls, terrorizing and suspending the innocent. Эти стулья довольно опасны, на самом деле. Так, давайте быстренько осмотрю. Сейчас здесь побегаю, соберу все, что нужно. А вот, никакие мелочи такие особо неинтересные показывать постараюсь. Не показывать. И... Ну, вы поняли. Что-то я начинаю заговариваться. А, так, ну... Тут все понятно. Тут все тоже понятно. Кто какие увидел интересные штуки, расскажите. Если увидели. Я лично пока по этому поводу не заморачивался. Все скрытые моменты буду искать, наверное, потом. Сейчас мне не до этого, сейчас мне скучно. Intruder alert! Initiate security protocol! Shit, Morgan! See if there's a way to take them all out at once! You missed! Может, я и проиграл, но... Точнее, промазал. Remember what the wizard taught you! Use your magic! Ну, где-то вот здесь вот она. Во! Сами виноваты, ребят. Так. Бейсмент закрыт. Здесь тоже закрыто. Okay? Well up, it,
Oh, damn. There's another way they were sold. He said the gold keys in his office. Mm-hmm. Oh. Legend says there's a sixth grader hall monitor who has a zillion freckles and a clipboard made of human bone. They say he has a freckle for each kid he suspended. А можно было бы с ними просто подраться? Ну зачем это делать, если можно быстрее их убить, правильно? Ребят, а вот сейчас реально, ну, будет нечто странное, так что, ладно, я вас предупредил. Я промолчу. You can take the brass key from my cold dead hands. Так, вот сейчас лучше подождать, пока он подойдет сюда и вот... минус два. Я думаю, ребята, я сегодня пройду корабль пришельцев, если у меня получится. И спасибо, что проспойлерил, но уже без разницы, ладно. Там, в общем, все это должно быть, я покажу. Так что. А, стоп, у Кенни же еще, кстати, неплохие, по-моему, способности были. Мне вот это нравится. Черт, сейчас придется очень жестко. Причем, как вы догадываетесь, нас могут таким образом убить. Так, битый по башке. Давайте. На. Черт, я биту сломал. Ну, нормально. More officers down. We're taking heavy casualties out here. Damn it, you hallway monitors need to stop playing around. He's got the brass key. He's some kind of dragonborn. Now look, this is detention time, not time to play Dungeons and Dragons. And besides, he's never gonna get inside here because to open the door you need the gold key, and the only way to get the gold key is by getting the silver key. Okay, which even if he has the brass key, he still hasn't made it past the boss level. Okay. Спасибо, что рассказал весь план, который я должен сделать. В принципе, как это всегда бывает. Кстати, я немножко так и не понял, как толком управляться вот с этим мечом, который нам сейчас выдали. Он намного мощнее нашего лука, но мне показалось, что лук намного круче. Так, положить это в инвентарь. Отлично. Взять вот это, изменить. Да. Взять. Отлично. Нам, кстати, тошнотворный урон дали, отлично. Он скоро будет нам доступен. Я, наверное, поставлю его вот сюда. Здесь что-нибудь у нас есть интересное? Нет, новенького ничего нету. Так, нет, стоп. Нам... А, ну да, мы же ключ получили. Точно. Я не помню как, но я... На! Так, теперь надо, по-моему, вот так сделать.
Все, с врагами можно вот не сражаться иногда, но мы при этом получаем все тот же самый опыт. Так что это круто. Так, ладно. Мы только что подняли дилда. Опять. Черт. Так, нам нужно сменить напарника. Потому что Кенни не может воскрешать. Баттерс у нас как бы клирик. Ну что ж, мы должны освободить узников Маки. Иначе все зазря. Чем приятно, что, кстати, меняются в зависимости от вашего оружия. Почему здесь так много дилда? Ладно. Приятно то, что меняется в зависимости от имеющегося у вас оружия, то, как оно выглядит и прочее.